мы продолжаем удивлять своих клиентов. Возьми займ и выиграй путевку в лето. Отличные наличные. С заботой о клиентах. В минувшие дни в управлении Министерства внутренних дел Кызыла представили личному составу новых руководителей. Так, новым начальником столичной полиции назначен Аяс Санчат. Сегодня я официально вам представляю нового начальника ОМВД. На эту должность назначен подполковник полиции Санчат Аяс Сергеевич, бывший начальник межмуниципального отдела Улукхемский. Также в ходе министр представил нового заместителя начальника управления подполковника полиции Сергея Высочанского. Представляя руководителей, министр внутренних дел отметил, что большой опыт работы, грамотность и профессионализм помогут им в выполнении поставленных задач. Новоиспеченные руководители поблагодарили руководство ведомства за оказанное доверие и заверили, что приложат все силы, чтобы оптимизировать работу вверенного подразделения. В этом году планируется проведение совместных и параллельных учетов снежного барса на трансграничном участке российско-монгольской стороны. Минприроды Тувы сообщает, такая договоренность была достигнута в ходе 5-го заседания смешанной российско-монгольской комиссии. В ходе смешанной комиссии был утвержден план совместных работ особо охраняемой природной территории трансграничного биосферного резервата Упсунурская котловина на 2018 и 2019 годы. А также обсуждена система трансграничной программы мониторинга снежного барса и Аргали. Значимым достижением стал проект спутникового мечения снежных барсов на хребте Цаган-Шоууут, дирекции особо охраняемой природной территории Упсунурского бассейна Монголии. Данный проект позволил получить информацию о местах обитания редкого вида, планировать мероприятия по его охране и сохранению. В рамках сотрудничества по борьбе с браконьерством заповедниками согласованы совместные действия с пограничными службами России и Монголии по оповещению особо охраняемой природной территории о незаконных действиях в приграничной зоне. В настоящее время в целях развития экотуризма ведется разработка путеводителя с описанием действующих и новых туристических маршрутов, а также турбаз на кластерных участках и охранных зонах сопредельных заповедников в Туве и УВС Аймаки Монголии. 3 июля на трезвость водителей будут проверять не только по выходу, но и по анализу крови. Ранее, согласно Кодексу административных правонарушений, опьянение у лихачей фиксировали только с помощью алкотестера. При этом учитывалась суммарная погрешность прибора, с помощью которого производилось измерение – 0,15 миллиграмма этилового спирта на литр выдыхаемого воздуха. Но если водитель от выпитого уснул после остановки или ударился головой во время ДТП и потерял сознание, то дыхнуть он не мог, и для закона он оставался трезвым. По новым правилам сотрудники ГИБДД могут отправлять на медосвидетельствование любого водителя без оформления протокола и предварительного теста на опьянение. При этом запись о задержании автомобиля будет внесена в документ, на основании которого возбуждается дело об административном правонарушении. Наказание для тех, кто будет признан нетрезвым по новым правилам, остается прежним. Лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет по решению суда и штраф в размере 30 тысяч рублей. В Тоджинском районе Тувы зарегистрировано 3 лесных пожара на площади более 150 гектаров. С начала лесопожарного периода зарегистрировано 96 лесных пожаров на площади около 6300 гектаров. В 5-километровой зоне действующих пожаров нет, угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Какие льготы предусмотрены по земельным налогам, когда ждать налоговые уведомления, обо всем этом не только сегодня рассказали в Управлении Федеральной налоговой службы Тувы. По данным управления, за прошлый год жителям республики нужно оплатить около 200 миллионов рублей. Это гораздо меньше, чем было в прошлом году. То есть на 52 миллиона у нас количество, то есть сумма снизилась. Или в 1,3 раза. Это произошло за счет изменения в расчетах по налогу на имущество. По земельному налогу тоже у нас уменьшилось на 21 миллион. По налогу на имущество у нас уменьшилось на 42 миллиона. И по транспортному налогу немножко увеличение произошло на 10 миллионов.
Значит, действующим законодательством установлено, что если у нас расчет произведен менее 100 рублей, то налоговое уведомление не направляется налогоплательщику. В прошлом году это тоже правило действовало. То есть в прошлом году, если у налогоплательщика было менее 100 рублей, в этом году еще не достигло этого, то он опять-таки не получит налоговое уведомление. На сегодня в Туве сформировано 94 тысячи налоговых уведомлений, что на 33 тысячи меньше, чем в прошлом году. Большинство из них, а это 65 тысяч, будут отправлены в личный кабинет налогоплательщика. Налоговые уведомления будут приходить только в электронном виде, а на бумаге, почтовым отправлением налоговые уведомления им не поступят. Поэтому граждане, которые... когда-либо подключаясь к личному кабинету, в силу каких-то обстоятельств потеряли, забыли пароль или не сменили его своевременно, просьба обратиться в ближайшую налоговую инспекцию и получить новый пароль. Либо, если имеется подтвержденная учетная запись портала госуслуг, то с этой записью можно зайти на сайт налог.ру, войти в личный кабинет уже с этой подтвержденной учетной записью от портала госуслуг. В личном кабинете можно увидеть как новое начисление за 2017 год, так и имеющуюся задолженность. Одним из нововведений этого года стали льготы по земельным налогам. Новая льгота предусматривает освобождение от налогов 6 соток земли, льготных групп граждан, в которые с текущего года включены и пенсионеры. Также с 2018 года Тува переходит к исчислению налога на имущество физических лиц, исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости. Основное изменение по налоговым уведомлениям касается того, что туда теперь включено еще и, значит, налог на доходы физических лиц, помимо имущественных налогов, теперь там будет еще и налог на доходы. За 2016-2017 года граждане, которые по каким-то причинам получили доход, и налоговые агенты с них не удержали, теперь, значит, будут платить по налоговому уведомлению. Отмечается, что упростился и порядок получения льготы по земельному, транспортному и имущественному налогам. Для получения льгот нужно обратиться в налоговую инспекцию и подать документы. Так, после процесса сбора информации в течение 3 дней налоговый орган должен сообщить налогоплательщику, подтверждающее право на льготу. И о курсах валют. Доллар стоит 62 рубля 83 копейки, евро 73 рубля 94 копейки. Сила гор, магия трав, выносливость морала. Теперь в одном флаконе. Новинка – пантовый бальзам «Субидей» с уникальным набором витаминов, коллагеном и экстрактами редких тувинских трав. Зарядись энергией. Травы Тувы. Чуйдум 44. Напротив торгового дома «Алексеевский».
Идет подготовка к открытию республиканской агрошколы в селе Иетал Улкемского района. Директор новой школы со своим коллективом начал работу по благоустройству территории школы. В апреле-июне 2018 года проведен конкурсный отбор учителей в форме тестирования на готовность к работе в агрошколе. По результатам первичного и повторного тестирования составлен список 26 педагогических работников. В настоящее время имеется 7 вакансий учителя математики и информатики, биологии, химии, английского языка, технологии и логопед. В 2018-2019 учебном году в новой аграрной школе-интернате будут обучаться 200 учащихся. Из них 50 детей – воспитанники пришкольного интерната. Дети Чебанов, которые являются участниками губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи». Министерством образования и науки республики на сегодня сформирован пофамильный список более 180 учащихся, из них проживающих в селе Иетал чуть больше 130 человек, воспитанников пришкольного интерната 50 человек и 11 детей из районов республики. В детской стоматологической поликлинике в Кызыле в соответствии приказу Министерства здравоохранения Тувы начался прием детей по субботам по предварительной записи через регистратуру или портал государственных услуг. В субботние дни специалисты ведут прием посменно с 8 до 20 часов. Первый прием состоялся 7 июля. Двумя стоматологами-терапевтами принято 33 ребенка. В Туве побывали специалисты Национальной ассоциации клинического питания во главе с руководителем отдела практической диетологии и экспертом. Совместно с главным внештатным диетологом Минздрава Тувы побывали в лечебных учреждениях республики с ревизией организации питания в стационарных отделениях. Особое внимание комиссии было направлено на вопросы организации питания и составления меню для детей, беременных и кормящих женщин. В целом, по оценке экспертной комиссии, работа по организации питания в лечебных учреждениях признано соответствующие требования. Результаты проведенной работы в учреждениях были озвучены на обучающем семинаре, организованном на базе Республиканской больницы номер 1. Вниманию участников семинара, делегированных из районов республики, были представлены также лекции по современным требованиям к организации лечебного питания детей, кормящих мам и беременных женщин, составлению 7-дневного меню в лечебном питании. На сцене 19-го международного фестиваля «Устухуре», который пройдет в Чедане с 18 по 22 июля, в качестве хедлайнеров выступят известные исполнители России, Монголии и Великобритании. Отмечается, что в их программе будут представлены разные музыкальные направления – классика, фольклор, рок, джаз. С группой новосибирских струнников приезжает известный российский дирижер Алим Шахмаметьев, главный дирижер филармонического камерного оркестра Новосибирской государственной филармонии. Маэстро, за плечами которого выступления на самых известных сценах России и многих стран, оценит работу симфонического оркестра имени Владимира Тока Тувинской государственной филармонии имени Халилова. Симфонический оркестр Тувы выступит в 3 концертах, и в каждом из них зрители ожидают сюрприз. Всех организаторы не раскрывают, однако известно, например, что знаменитая «Таежная симфония» Тока будет исполнена с участием тувинского рок-музыканта Альберта Кувезина. Также выйдет на сцену с оркестром и знаменитый габаист Алексей Балашов, который не раз уже приезжал с гастролями в Туву. Уже традиционно среди хедлайнеров духовой оркестр правительства Республики Тыва. Коллектив, который родился именно на Устухуре, во многом является его движущей силой, прибудет на фестиваль из города Белгорода после участия в мероприятиях, посвященных 75-летию Курской битвы. В этом году духовики представят на Устухуре конное дефиле в рамках проекта «Возрождение традиций конного духового оркестра Тувинской народно-революционной армии». Спонсор прогноза погоды «Отличные наличные». Компания «Отличные наличные». Получайте займы на займ-карту в любой момент просто по звонку. Компания «Отличные наличные» напоминает, что у них действует акция «Приведи друга». Приводите своих друзей и получайте приятные бонусы. Мы продолжаем удивлять своих клиентов. Возьми займ и выиграй путевку в лето. Отличные наличные. С заботой о клиентах.
В течение суток 11 июля местами по Туве ожидаются грозы. В Кызыле переменная облачность, небольшой дождь, возможно, гроза. Ветер северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11, +13 градусов. Днем +26, +28.